У нас сегодня какой видос? Водка, какая у нас? Огурцы. Огурцы. Кстати, блядь, кто думает, что водка огурцы пахнет огурцами, это полнейший пиздеж. Да, обычная майкоповская, блядь. Обычная майкоповская. Да, да. А написано огурцы, блядь. Отличается только ценой. Да, мы-то и купили ее только потому, что, блядь, подумали, что она огурцами пахнет. Да, типа, да, да. Огуречный лосьон, это гуд, гуд. Это вот, это все КБ, ебаная. КБ. Все это КБ-рик. Развод. Развод, блядь, на лаве, блядь. Вот это вот все продукты, которые были закуплены нами в КБ. Вот эти вот сосиски, блядь, или хуй пойми, как они называются. Колбаса, блядь. Ну, можно ее жрать. Вот этот хлеб очень дорогой, кстати. Полтинник стоит, больше, блядь. Да. Больше, 56. Пепси. Пепси, вот это, кстати, блядь, под полтинник, 46 рублей. Но я люблю пепси в стекле. Она имеет своеобразный вкус, не то что в жестяных банках. Ну, что там, блин? Класс, ярач. Яхонт. Квасок. Брянск пиво, блин. Да, вот ценовая категория вот этих стаканов 40. Хочешь купить натуральные бумажных стаканчиков, заплати 40. Да, лучше баклажку отрезать. Ну что, Юра, ты там что нам, плесканул, да? Плесканул. Братиша. Отлично. Водочки. Я помного не пью. Да, это единственный раз за много лет я решил, блин, с Доном Грачёзой выпить, так как у нас сегодня хороший день. Очень. Я купил шкафы её. Решил их обмыть, чтоб не скрипели. А если бы ещё завтра не на работу, нахуй? Да, у нас Дон Грачёза работает сейчас на серьезной работе, блядь. Ух ты, ёптым, директором, блядь. Рубит различные листы металла, блядь. Слесарь механосборочных работ. Лучше бы ты резал, блядь. Купюры. Купюры лучше брезал, да. Ага, ну вообще охуенно. Ладно, давай. Давай. Ладно. Ну, давай, будь добру. Угу. Отлично. Играть капличным на тепличном. А я выпью за здоровье Виталия Николаевича. Что он там говорит? Просил зайти к нему, да? Да, да, просил зайти. Хорошо, зайдем мы к нему, блин. Некоторые люди там на канале спрашивают, блядь, почему Виталий Николаевич перестал употреблять коктейли из каких-то там пузырьков. Почему он перестал? Потому что пузырьков нет, наверное. Хуй его знает. Ты пузырьки видел когда в последний раз? Я их как-то и не употреблял, блядь. Поэтому не покупал. Ага. Не, ну раньше, когда настойка боярышника была нормальная, но это было очень давно, нахуй, лет 15 нахуй, назад. В смысле, аптечная вот эта вот? Ну да, я с язвой в больнице лежал, нахуй, и меня там врач научил ее пить эту хуйню. Я говорю, у меня же язва. Он говорит, я врач, я разрешаю ее. Это что? Да. Она еще в Бежин Луге продавалась, 0,5 бутылках ее настойка боярышника. И что, прошла язва? Ну как, я стаканчик за полчаса до еды этого бояра и... ложку сливочного масла, и все. Месяц каждый день, и все, зарубцевал, и до сих пор нету. Охуенно. Бля, пацаны, вы слышали, блядь, рецепт, как от язвы спасти? Ну, можно спирт, можно, ну, похуй. А если гастрит, тоже, наверное, можно? Так, ну, как? Ну, рубцуется, гастрит не знаю. А то все нахуй зарубцуется. Ну, язва рубцуется, у меня было пиздец. Я говорю, а тебе один хуй. Говорит, она зарубцуется 100 баллов, ну, может быть, рубец, что пища проходить не будет. А... риск, ну вот, рискнул и заебись. Ёпта. Юр, подай-ка, не, подержи, возьми в руку вон ту бутылку. Какую бутылку? Пепсиколу. Ага. Да, я просто сейчас выпью и запью сразу. Ах, вкусная. Водочка, блядь. Вот это просто охуенно. Да? Да. А на стекле другая. Я как-то особо, блядь, колу, блядь. Особенно кока-колу вообще ненавижу, блядь. Ну ты квасок, жидкий хлеб. Ну да. Квас пива, заебись, нахуй. Ну что ты, Юра, хочешь сказать нашим суперподписчикам? Суперподписчикам? Да, не школоте, а вот нормальным подписчикам. А что можно сказать, ёпта? Да, еще хочу тебе задать один вопрос. Почему Виталий Николаевич очень много людей, блядь, желает смерти? Да дураки, ёпта. Те, кто желает. А что, вот их бесит то, что он пьет, а они типа не пьют или что? Не знаю. Какие-то постоянно, блядь, комментарии проходят, блядь.
вы типа биомусор, блядь. А я такой думаю, ебаный в рот, кто это пишет, блядь, спасатели России или что, блядь? Ты пусть на себя происходит, блядь. Олени, блядь, ёпта, блядь. Москва, блядь, живет, жирует, блядь, сука. На периферии хуй знает, что творится, блядь. Ну. У нас вон выбрали, блядь, опять нахуй в депутаты, блядь, ректора, блядь. Какого-то, блядь, которая нахуй пропойца, блядь, взяточница, блядь, вошла, блядь, 50 самых худших ректоров России. Один хуй, блядь, депутат, ёбаный в рот. Люди, блядь, о чем вы пишете? Нахуя вы Виталию Николаевичу смерти желаете? Вы ебанулись, нахуй! Ну? Человек, блядь, прожил жизнь 50 лет в нашей стране, это просто пиздец. Ну да. Блять, тут нахуй не знаешь, блять, нахуй, как до пенсии дожить, блять. Человеку, блять, 50 лет исполнилось. Да это, блять, пиздец, ему памятник, нахуй, сука, ставить надо. Ой, мне до пенсии тоже чуть-чуть осталось. Ну вот поставим вам обоим памятники, блять. Ай, блять. С приборки мальчик и с бетонки мальчик. Да вы нахуй бетонки, я вообще, блять. Или нет, памятник мира, викингам. Нахуй. Викингизм, блять, forever. Себе. Царь, бля. Бля, викинги заебись.